Ты беременна. Эта орлица вынашивает яйца? Должно быть, поэтому орел защищал ее ценой своей жизни. Пожалуйста, спасите ее, миледи, вы должны. Не дайте ей или ее детям умереть. Я спасу ее, не волнуйся. Переключив свое внимание на орлицу, ты погладила ее по голове, чтобы успокоить. Мне придется вынуть стрелу, это будет больно, но потом с тобой все будет в порядке. Не применяя слишком большой силы, ты смогла раздвинуть рану пальцами. Как будто понимая твой добрый мотив, мать орлица не кричала, но ты знала, что она испытывает огромную боль, видя, как она извивается. Прости, это единственный способ, которым я могу вытащить стрелу, не причинив тебе еще больше вреда. Из раны начала сочиться кровь, нельзя было терять ни минуты. Хорошо, поехали. Вытащив стрелу, ты накрыла рану приготовленной повязкой, прежде чем потекла кровь. После ты обернула рану еще несколькими слоями бинтов. Фух. Теперь без стрелы в груди орлица поднялась с земли и тихо чирикнула. Самец нежно потерся лбом о твою ногу. Затем радостно свистнув, орлы улетели обратно в лес, а ты вернулась к своим друзьям. Я думаю, они запомнят вашу доброту, миледи. Возможно, я буду уже рада, если они не прилетят, чтобы снова нас атаковать. Если эти солдаты охотятся на них, я могу понять, почему они так агрессивны по отношению к людям. Они, может, и умные, но все же животные. Они не могут отличить трейспицев от саэльцев. К счастью, теперь, раз ты спасла беременную орлицу, их станет больше, чтобы сражаться с этими негодяями. Аврора их вожак, она может приказать им сражаться. Если действительно дойдет до того, что мне придется защищать свое королевство от Ксаэля, орлы Спрайта могут стать могущественным союзником. Делия посмотрела вдаль, где все еще можно было увидеть пару орлов-спрайтов, радостно парящих над деревьями. Я не могу поверить, что орлица уже может летать. Моя леди — великолепная целительница. Сама рана была неглубокой. Я думаю, она больше беспокоилась о яйцах. Ты подобрала с земли черные стрелы, чтобы осмотреть их. Они намного прочнее, чем обычные деревянные. Эти стрелы сделаны из красной коры. Это самая прочная древесина в мире, почти непробиваемая. Так вот, почему ксалицы здесь? Чтобы добывать красную кору для изготовления этих стрел? Красные деревья растут не только в ксарокрасном лесу. На территории Ксаэли они тоже есть, просто их не так много. Для изготовления арбалетных стрел не требуется много дерева. Того, что у них есть на собственной земле, более чем достаточно. Тогда они забирают наши деревья для чего-то другого. Наверное, из-за золота. Жадность ксаэльцев не знает границ. Возможно, они экспортируют добываемую древесину в другие королевства. Если красные деревья могут приносить так много золота, почему дядя Осмонд просто не продал их сам? Почему? Чтобы помочь нашим людям. Мысль о герцоге Осмонде и деньгах напомнила тебе о вашей первоначальной цели. Мы должны продолжить идти по следу экипажей, пока не стало слишком поздно. Мне очень жаль, Агнес, следов больше нет. После столкновения с орлами и ксаэльскими солдатами их не разглядеть. Нет.
Мы так близки к тому, чтобы выяснить, куда делось серебро. Мне не можем сдаться. Я не смогу напасть на след, если мы не начнем искать его во всех направлениях отсюда. Это займет много времени. И мы приближаемся к Саэльской крепости. Дальше идти неразумно. Не расстраивайся, птичка. Мы найдем другой способ помочь жителям деревни, даже если нам придется отказаться от идеи обокрасть этого мерзавца графа. Все в порядке, Агнес? Да, я просто немного разочарована. Я ожидала, что мы найдем ответы. Я тоже. Я думала, что уйду с мешком серебра, но ты не волнуйся. Мы вернем собранные графом налоги так или иначе. Нам нужно убираться отсюда, оставаться здесь небезопасно. Понимая, что снова не получишь ответов, ты испустила долгий тяжелый вздох. Хорошо, полагаю, нам пора возвращаться. Пора поговорить с человеком, который пытается меня убить.